Доброе утро всем! Я Оксана, и жизнь как она есть. С утра у нас каша, и вот и ночь стоит, варится у нас холодец. Поставила его на совсем маленький огонек. Ну, видать, мало поставила, надо было побольше, потому что он совсем даже не выкипел. Кастрюля, если мне не изменяет память, 22 литра, что ли. Сегодня будем заниматься холодцом, и у нас еще сегодня мероприятие. Мы сегодня идем на конкурс чесов в клуб. И вот мне осталось погладить девчонкам платье. Ну, выбор такой стоит. Гели вроде бы вчера подготовили одно платье. Я к нему сшила накидочку на этот, к платью. Такую меховую, красивую, снежную. Потом вспомнили, что у нас еще такое лежит праздничное платье. Еще одно лежит. Я вот теперь не знаю. И проблема в том, что она же в школе. Выбрать мы не можем. Она придет только к обеду. Еще к Новому году мне нужно шить несколько костюмов. Потому что у нас в школе будет бразильский карнавал. Купила я вот эти штуки, примерно выбрала костюмы, да, какие будут, но пока еще не делала. Вот так, 2 дня у нас не было видео, что-то у меня совсем с голосом. Что вы тут вытворяете, что вы тут вытворяете? Кошки дерутся. Нет, она ее вылизывает. Ох ты! Вот они никак не могут, у них дележка территории вечно. Вот это излюбленное место, вот оно все поцарапанное, оно все такое страшное. Здесь лежит вот эта Шуша, кошка. Но вот что-то черное не понравилось. Она хочет, наверное, забрать ее место. Или как там? Она ни с кем не хочет дружить, эта кошка. Кс-кс. Да. О. Да. Марусю, это Майкуна, она тоже терроризирует. Шушу она терроризирует. Да. Или Маруся тебя терроризирует. Скажи, а я мщу. Да. Все, она сдалась. Поделили кресло на двоих. Наводим красоту. Регина у нас стилист. Гель уже накрутили. Я тоже сушить сейчас волосы буду. Аккуратно, чтобы только не обожгись об плойку. Так, ну вот мы. Да, мы поехали на конкурс с девчонками читать стихи. Рому с собой не взяли маленького, потому что Рома болеет. Вот. Вот смотрите, какой у нас туман на улице. Сегодня холодно, 40 с чем-то градусов. Это, ну, дети учатся. Значит, 45 нет по прогнозу. Мы опять, как всегда. Чего мы опять, как всегда? Едем мы в клуб. Вот так. Ну, у нас поддерживают традиции чтения стихов перед Новым годом, поэтому дети будут читать. Я надеюсь, там уже такая новогодняя атмосфера, елка и все остальное. Сейчас посмотрим. Ну вот. Мы приехали. Чуть-чуть вот прохладно здесь. Раздеваемся и идем. Ой. Так. Раздеваемся, снимаем красотки. Вешаем одежду идем. Сейчас поправлю все под этот, подделаю.
Холодно, да? Или здесь так кажется? Новогодняя выставка. Раздевайтесь, вешайте в одно место. Здравствуйте. О, какая. Здесь еще проходит конкурс этих поделок новогодних. Вот, по поделке мы не делали. Вот все постарались. О, какой красивый, да? Это ага, вязаное все. Ну вот они, мои красавицы. Да. Звезды. Что, пошли? Нам еще надо зарегистрироваться же. Пошли. Здравствуйте, меня зовут Арина Ништа. Я представляю школу номер 5 имени Кривошапкина. Новый год. Скоро будет Новый год. Дед Мороз ко мне придет. У него в большом мешке мой щенок на поводке. Для меня наверняка он уже... Моих года 7 лет. Класс 1 Е. Е? Андрей Усачев. Откуда приходит Новый год? Новый год слетает с неба или из лесу идет? Или из сугроба снега к нам приходит Новый год? Кини арахахачан булан ханнык эмитсулска олагут эбитактыны огоньяк бытыгар кырпахты булан саспыт. But a miracle happened just at 12 o'clock. New Year comes, his present and his hello. Даже на английском. Но все... Ирина Гурина, стих Снегурочка. На поляне белой снежной спали зайки безмятежно, спали волки, куропатки, спали белки и лисятки. Годняя сказка. Здравствуйте, меня зовут Сменёва Виктория, мне 7 лет. Я учусь в 24-й школе, 1 В класс. Новогодняя сказка Ольга Ухалина. Струсила ёлка в гостиной сначала. Долго стояла она и молчала. Страхи вперед выставляла иголки, глядя на стены, картины и полки. В угол прижалась, всю ночь не спала, только к утру ожила от тепла. Скинула ветки, расправила ствол, бойко встряхнула у платья подол. И распушив свой колючий наряд, войны вокруг разнесла аромат. Тут будто вихрь налетел мальчуган, было уже не унять балаган. Радостно поднял ручонки он ввысь и закричал: «Мы тебя дождались! Скоро же бал, Дед Мороз и подарки! В полночь салют ослепительно яркий! Свечи, гирлянды, хоры, конфетти! Скоро детей к нам должны привезти!» Дремучих лесов качается маятник старых часов. Стучат молоточки с утра до утра. Минуты куют кузнецы-мастера. Зимою приходит сюда старичок, приносит с собою пустой сундучок. Приходит он ночью в 12 часов, стучит и грохочет железный засов. Хранитель часов, увидав старичка, сгружает минутки на дно сундучка. Затевают зверы бал, новогодний карнавал. Ночь, а лесу не до сна, светит полная луна.
бросил ветер по пути. Я буду снимать небольшими такими отрывочками, чтобы все было видно. Кожушил себе наряд. Народился заяц волком. Больше участников. Притворился белхаёж. Волк у ели взял иголки. Стал на ёжика похож. А лиса... Ну, дошкольники, видать, опоздали на свое. Сейчас рассказывают о нашей категории. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты древес, друг прелестный. Пала красавица, поснись, а какой чудесный легат золы. На встречу северной аллолы, аллолы. Звездою север и вишь. И чел ты повес, в юго злилась. На мутном небе гла носилась, луна, как бледное пятно. У нас очень мама везде Иванова Настя и Иванова Вика. Здравствуйте, меня зовут Иванова Вика. Ираида Мордовина, Новый год. Снег пушистый серебрится, здравствуй, зимушка, зима. За наш речку льдом накрыла, все дороги замела. Лес еловый стоит, белый шубки снежные одет. Вдоль опушки зайчик смело мчится, видя него след. Солнце светит ярким светом, в серебре горят поля. Превращается с рассветом в сказку дивная земля. Полно опять новогоднее происшествие. Игрушки сквозь щелку, однажды увидя елку. Давайте елку нарядим, залезем на ветки и сядем. Полезли на елку игрушки, мартышка уже на верхушке. Под мишку ветка прогнулась, под зайчика чуть покачнулась. Цыплята висят... 12. Дом Рачева, Анастасия. Дело было в январе. Дело было в январе, стояла елка на горе, а возле этой елки бродили злые волки. Вот как-то раз, ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой зайчата и зайчиха. Кому охота в Новый год попасться в лапы волку? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку. Они прижали ушки, повисли, как игрушки. Меня зовут Зимер 5. Автор Николай Некрасов. Отрывок из поэмы «Мороз, красный нос». Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи. Мороз воевода дозором обходит владения свои. Глядит, хорошо ли метели лесные тропы занесли, и нет ли где трещины, щели, и нет ли где голой земли. Пушистый ли сосен вершины, красив ли узор на дубах, и крепко ли скованы льдины в великих и малых водах. Да. Здравствуйте. Мы уже с ним участвовали. В конкурсе, помните, конкурс победы был, ну, военных стихов. В защиту Деда Мороза. Мой брат меня, он перерос, доводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верь. Но тут сама открылась дверь, и вдруг я вижу, входит дед. Он с бородой в тулуп одет, тулуп до самых пят. Он говорит, а елка где? А дети разве спят? С большим серебряным мешком стоит обсыпанный снежком в пушистой шапке дед. А старший брат твердит тайком, да это наш сосед, как ты не видишь. Нос похож, и руки, и спина. Я отвечаю, ну и что ж, а ты на бабушку похож, но ты же не она. Муил маршак, декабрь, в декабре-декабре все деревья в серебре. Нашу речку, словно в сказке, за ночь вымостил мороз, обновил коньки, салазки, елку из леса привез. Елка плакала сначала от домашнего тепла, но утром плакать перестала. Задышала, ожила, чуть дрожат ее иголки. На ветрях огни зажглись, как по лесенке по елке, огоньки сбегают ввысь. Поля, холодом пока, погоним снегом по уши умыть.
И стоит береза, и кружит круга. Панцирем роза, скована она. Думает береза, думает о том, как весна росы падает дождем. Как у речки ясно, солнышко поплело. И с какой лаской принес мудрень. Уважаемые гости, я Татьяна Гасик, 1-Б класса. Стихотворение «Новый год». Новый год – веселый праздник, дарит всем нам волшебство и сюрпризов много разных. Всем припасом так давно, скоро чудо приключится, заблестит вдруг ярче снег, сказка в двери постучится, позовет собою всех. Елка вдруг сама зажжется, пригласит на хоровод. Все вот-вот сейчас начнется, ведь не даром Новый год! Молодец. Синяя, школа номер 38. Кто-то еще выступит, а мы туда уйдем. После 20 можете. Здравствуйте, а вот и я. Я Снегурочка, друзья. К вам сегодня торопилась и, конечно, нарядилась. Шубка длинная до пят, а снежинки как блестят. Ух, какая у вас елка, серебристая, яркая, колка. Вижу, слышу, праздник тут, все ребята меня ждут. Здравствуйте, здравствуйте, двора, поздравлять мне вас пора. С Новым годом, с новым счастьем, как я рада соучастием. Вместе с Дедушкой Морозом веселиться будем тоже. Я загадки загадаю, а кто первый отгадает, тот получит славный приз. Это будет вам сюрприз. Сжавши за руки мы вот станем дружный хоровод. Подарение называется «Наступает Новый год», написала Марина Казарина. Новогодняя пора, ее счастливей нету. Ждет подарков дед двора. Дед Мороз идет по свету. Он под елку Новый год и под каждую подушку гору сладостей кладет. И заветную игрушку нарисует на окне новогодние узоры и рукой помашет мне на прощание из-за шторы. Взвалит за плечи мешок, сядет в тройку с бубенцами, и на северо-восток улетят, умчатся сани. А на улицах народ, смех, хлопушки и салюты. Все встречают Новый год. Слышишь, он уже идет, ведь 12 без минуты. Меня зовут Шибрин Матвей, мне 7 лет, я учусь в школе 24. Стихотворение называется «Письмо-заявочка Деду Морозу». Деду Морозу написал я письмо-заявочку и в письме заказал на Новый год подарочки. Ноутбук, планшет, мобилку, Galaxy семерочку, гироскутер, монопод и для селфи палочку. Новый год пришел, под елкой вижу свой подарок. Открываю, а мне в руки каталог без марок. Каталог я полистал. Здесь есть все, что заказал. Ноутбук, планшет, мобилка, Galaxy семерочка, гироскутер, монопод и для селфи палочка. Над подарком всей семьей хохотали мы до слез. Хорошо шутить умеет добрый Дедушка Мороз. Молодец. Анатолий Румянов. Стихотворение называется «Новый год». На реке искрится лед, снег кружится нежно. Славный праздник Новый год, потому что снежный.
Дед Мороз махнет рукой. Запоем мы звонко. Славный праздник Новый год, потому что громкий. Зимние картинки. Посвежело, заблистало все вокруг. Зима пришла, мир укрыла одеялом, всем наряды припасла. Вот березки в шалях белых, есть тулупчик у сосны, шубки снежные на елях, им морозы не страшны. Вьюги в поле хороводят, сном глубоким спят леса, по ночам там сказки бродят, происходят чудеса. Снег запутал хитрый зайчик и в сугроб подальше прыг. По деревьям белка скачет, сыплет снег за воротник. Номером 28. Проняева Виктория. Наше солнце. Здравствуйте, меня зовут Проняева Виктория. Чат. Кошмар, не могла записать нормально. Кто-то позвонил по WhatsApp. Если не дождусь. Ну и ладно, спать пораньше можно, чтобы завтра рано-рано утром встать, заглянуть под елку осторожно. Дедушка к нам приходил опять. Сейчас будет Ангелина следом. Встречайте участницу под номером 29. Зонова Ангелина. Аж руки трясутся, обидно так. Здравствуйте, меня зовут Зонова Ангелина. Я из школы Мархинской номер 1. Стихотворение называется «Белые снежинки». Белые снежинки кружатся, летают, а возьмешь их в руки, тут же растают. На окнах мороз нарисовал узоры и стоят деревья сказочных узоров. Это потому, что зимушка настала и накрыла землю белым покрывалом. Скоро будет праздник, праздник Новый год. Всякий его любит, всякий его ждет. Дети ждут каникул, елку и сюрпризы. Новый год исполнит каждого капризы. Только ты успей желание загадать. Долгое исполнение не придется ждать. Встречайте участника под номером 30. Фомина. Представляешь? И не замерз. У елки песни льются, все пляшут и смеются. Встречайте участницу под номером 31. Петрова Мергелана. Моя учительница? Зачем я звонила? Декорации. А почему у нас это? Можно было бы покрывал белый посуды. Я же белый покрывал. Добрый день, меня зовут Добрый день, уважаемые эксперты и участники. Hello. Меня зовут Мергелана Петрова. Мне 9 лет. Представляю микрорайон Марха. Я руководитель детского проекта «Артерях Айтын». Письмо для Деда Мороза. Заветная дума. Пряничная елочка в детском саду. Не поняла, это стихи? Нет, он рассказ показывает. Я же говорила, что руководитель какой-то. Наша совушка-сова спешит на праздничную елочку. Символ года. Здравствуйте, меня зовут Ерофеева Алина.
7 лет. Я учусь в школе номер 24. Стихотворение «Новогодняя сказка». Автор Ольга Ухалина. Струсила елка в гостиной сначала, в угол прижалась, всю ночь не спала. Только к утру ожила от тепла, скинула ветви, расправила ствол, бойко встряхнула у платья подол. И, распушив свой колючий наряд, хвойный вокруг разнесла аромат. Тут будто вихрь подлетел мальчуган, было уже не унять балаган. Радостно поднял ручонки он мысь и закричал: «Мы тебя заждались!» Скоро Синявский. Стихотворение: «До чего же трудно ждать Новый год? Надоело мне шагать взад, вперед. До чего же трудно ждать Новый год? К нам с подарками идет Дед Мороз. Только что он принесет? Вот вопрос. Не подсматриваю я никогда, не подслушиваю я никогда. Всегда. Но под елочку хоть раз, хоть чуть-чуть. Очень хочется сейчас заглянуть». В первом классе мое стихотворение «Шла Снегурочка на елку», автор Владимир Мецгер. Там, где бродят злые волки по тропинке через лес, шла Снегурочка на елку к детям из страны чудес. Шла она дорожкой звездной, надо было ей спешить, чтоб на праздник новогодний детям елку нарядить. А на этой же тропинке в маленькой спала избушке, что стоит на курьих ножках, злая вредная старушка. И Снегурка песней звонкой разбудила ту старушку и сказала бабка злобно: «Я запру ее в избушке». Зима спешит, хлопочет, укутала снега, все кочки и пенечки, скамейки и стога. Белеет рукавица на веточках берез, чтоб им не простудиться, чтоб выдержать мороз. Стих «Хорошо у елочки», автор Михаил Плецковских. Становитесь круг пошире, хоровод начнем сейчас. В целом мире. Нет, ребят, счастливее нас. Хорошо у елочки в хороводе танцевать, хорошо у елочки песни распевать. Нашу елку до макушки наряжали все подряд. Вот хлопушки, вот игрушки, вот флажки на ней горят. За окном снежинок стаи тоже водят хоровод. Попрощавшись с годом старым, мы встречаем Новый год. Гусар. Здравствуйте, меня зовут Василий Фрони, я учусь в 2 А классе. Стихотворение «Новый год». Скоро Новый год, он торопится идет, постучится в двери к нам, дети, здравствуйте, я к вам. Праздник мы встречаем, елку наряжаем, вешаем игрушки, шарики, хлопушки. Наших участников завершаются. Мы провожаем нашу жюри для подведения итогов. Уважаемые зрители, а результаты первого открытого детского творческого конкурса чтецов «Волшебный праздник Новый год» вы можете узнать 17 декабря. Дорогие друзья, позвольте выразить благодарность всем руководителям и участникам сегодняшнего конкурса. До новых встреч! Мы идем фотографироваться к елке. Да? Ты танцуй. Музыка играет. Ну поднимайтесь на сцену. Красавично. Модели на подиум. Да, вот так здесь очень красиво сделан холл. Правда, очень холодно. Сова сидит там такая. Настоящая. Настоящая была. Да. Подожди, я тебе. Что, давай фотографируем?
Они у меня возле камина еще хотят сфотографироваться. Звезды же, ну что делать, да. Так, нет, дай сюда мне эти бумажки. Давай мне сюда вот это. Вот эту давай сюда уберу. И сейчас вас фотографирую. Звезды. Вы что, как гопники-то? Все, встали ближе, все. Улыбаемся. Сыр. Сказали сыр. Да. Я надеюсь, я там сфотографировала, наверное, да, вас? Да. Все, пошли одеваться. Звезды, да. Вот так мы проводим предновогоднее время, да? Вы смотрели там поделки? Вон, куча. Смотрите. Дома тоже сделаете что-нибудь. Ну, да, здесь.